Всем привет! И вот подъехала вот такая машина, и это специальная такая служба, которая убирает в номерах, убирает в апартментах, чистит ковроли, ну, все, что нужно почистить. Такая как бы генеральная чистка. Вот так вот прям с улицы идет шланг. Вот так вот в апартменты. И люди съехали. На улице стоит машина. Люди съехали с апартментов. И вот такая вот система. Вот такая вот машина. Вон она стоит на улице. О, сейчас покажу. Вот она стоит на улице. Такая машина. И там стоит такой агрегат, который... Ну, очень сильный пылесос. Который вот так вот все очищает. И прям чистый-чистый, как будто новый карпет, ковролин. Ну, вот так вот, на третьем этаже аж чистят квартиру. И потом заходишь туда, ощущение, что абсолютно новый ковролин. Очень-очень чистенько. Ну все, всем пока-пока.